Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор заказов Фаберлик, второго заказа по первому каталогу. Здесь еще отдельный пакетик, сама не знаю, что в нем, потому что заказ интересный. Оставайтесь со мной до конца. Давайте начнем с пакетика. У меня в заказе есть и белье, у меня в заказе есть тапки, наконец-то новинки. Наверное, с 17 и 16 каталога начали появляться, поэтому я решила заказать. Давно хотела заказать Ксюше тапки, и она просит именно Фаберлик. Или это тапки, или это белье у нас. Нет, это не то, ни другое. Девчонки, это гном. В отдельной упаковочке гном Гринли. Артикул 910-278. Я вам говорила тоже, что хочу его взять, потому что они вот эти новенькие, именно очень милые. Старые были на сайте, а новых не было. А девчонки некоторые написали, посмотреть где-то типа AliExpress. Да? А я искала, таких гномов нет. И дешевле нет. Это вот такой. Взяла пока. Если понравится по качеству, буду брать и остальных. Пошел. Вот такой он миленький. Пушистая бородка. Глазок нету. Пуговка. Твердая основа. То есть он будет стоять здесь. Пластик, я так подозреваю, вот тут именно на дне. А сами лапки уже мягкие. Ручки мягкие. Животик мягкий. Головка мягкая. Вот такой он. Мне очень понравился. Я не знаю почему. Я, наверное, люблю гномов. Что у нас под платьицем. Этикеточка Гринли, да? И вот так вот. Спереди животик беленький. Пошит. Ну, смотрите сами, как пошит. Пошит, обычно пошит. Вот это вот, я так понимаю, вязаная. Шапочка вязаная, она по всему периметру пришита. Ее снять нельзя. Носик вот такой. Такие ручки шевелятся. Слушайте, ну ничего, такой миленький, в принципе, как я ожидала. Тут еще пуговка. Я думала, правда, ну и крестюшка у меня, эти волосы будут жевать. Это пылесос маленький. А еще с другого бока тоже пуговичка. Ну вот сзади как-то прострочено чуть-чуть неаккуратно, да, на машинке. А так ничего вроде. Ну классный, мне очень нравится. Я прям хотела, я их ждала, наконец-то они появились. Размер, смотрите сами, вот по сравнению с ладонью. Я думала, они чуть-чуть побольше будут, ну вот на столечках где-то. Но нет, все равно размерчик такой классный. Поставить куда-нибудь под елочку или еще куда-нибудь, здорово, да? Так, теперь давайте открывать коробку. Сейчас вместе с вами ее открою. У меня сегодня такая локация не очень удобная. Я сейчас открою, покажу, как все упаковано. Так. Вот, девчонки. Вот так все упаковано. У нас, как обычно, в принципе, ничего нового. И поехали по порядку. Вот они, детские тапки. Наконец-то тоже появились на складе. Lovely Moments. Такие новогодние, классные. Слушайте, и они вот классные. Я уже вижу, что они классные, лучше, чем взрослые. Серьезно. Так, артикул тапочек у нас с вами 886-120. Блин, прикольные такие. Взрослые хуже по качеству. Угу. Я не знаю, конечно, как новые. Я уже тигров брать не буду, не стала, потому что ну, взяла уже малиновые, да? Так, у нас здесь внутри картон, бумага. И в другом то же самое. Они классные, они вообще добротные, девчонки. Тапки вообще суперские. Я взяла размер там 32-34. Было два размера, не видно вам от свечи. Да, вот 32-34. Такая подошва обычная, в принципе, классическая. Но они сами по себе толще. Гораздо толще, чем вот взрослые. И они как-то, ну не знаю, добротнее, плотнее, качественнее. Это прям видно. Здесь у нас, да, такой вязаный материал. Это не узор, это действительно вязка. Здесь такой беленький велюр и малиновый велюр. Да, такой красиво. Помпончики очень мягенькие, добротно сделано тоже. Вышивка носика, вышивка глазика, глазика и бантик. Очень классные, мне прям очень понравились. И вот здесь у нас Lovely Moments, причем выбито колючими нитками. Вот это, конечно, зря. Они такие вот, видите, шершавые, колючие. Мне кажется, голой ножкой не очень комфортно будет ребенку. Да, вот единственное у меня нарекание. Отпороть. Можно, конечно, их отпороть. Они с двух сторон пристрочены. То есть, вот видите, холостой ход такой посередине. Ну, классная Ксюшка оденет, сделаю вставочку, покажу. Вообще классненькие. Толстенькие такие, подошвы толстые вообще. Смотрим тапочки. Ну-ка, повернись боком. Боком еще. Смотрите, у нас 33 размер ноги и 32-34 нам впритык. Ну-ка, засунула ножку до конца. Нет, еще есть место. Вот, 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 да. То есть 33 размер ноги у нас и 32-34 у нас впритык, имейте в виду. А я еще думала взять побольше, а потом смотрю, нет. Потому что говорят, что тапки больше мерят. Так, можно еще чуть-чуть продвинуть ножку. Вот эту продвигай, да. Но они сейчас немножко утопчутся в процессе ходьбы. Смотрите, какая платформа. То есть, да? Какие они высокие тапки. Ну-ка, бочком повернись. Мягенькие? Классно после душа в них ходить будет. Где? Нет, он ничего не умеет делать. Это просто гномик.
одни глазки. И глазок нету, он такой вот под шапочкой. Нравится? Да. Классный. Пойдем крестюшки покажем? Да. Сейчас прям очень интересно. Я заглянула, аж мне хочется все вам сразу показать. Я заказала обновляющий лосьон с ха-кислотами. Пока у нас еще холодное время года, хочется максимально кислотным уход свой сделать, да, молодиться. 12-14 артикул. Я, по-моему, лосьон не брала еще ни разу. Пенку из этой серии я брала, лосьон ни разу. Поэтому будем вместе с вами тестировать, расскажу. С помощью ватного диска каждый вечер носите лосьон и начать на очищенную кожу лица. Избегая области вокруг глаз. Курс рассчитан на 2 месяца. Вот такой вот лосьон. Я очень люблю кислотный уход. Он хорошо очищает кожу, хорошо справляется с возрастными какими-то изменениями. Не то, что с возрастными изменениями прям сильно справляется, морщины разгладит, но, по крайней мере, поддерживать кожу в хорошем состоянии позволяет. Будем с вами в следующих влогах тестировать. Посмотрим, что он из себя представляет. Запах приятный. Вообще, эту всю линейку я очень люблю и уважаю. Дозатор здесь вот такой. Жесткий прям, жесткий-жесткий. Так, поехали дальше. Еще одна новиночка, девчонки, появился корм. Корм вообще, мне кажется, полгода назад или год уже начали печатать в каталогах, а его так и не было на складе. Я взяла коту. Попробуем обязательно сейчас с вами дать, тоже сделаю ставку, будет есть или не будет. 5 штук. Так, у меня здесь взяла на пробу, там, если берешь побольше, получается еще повыгоднее. Нежный кролик. Взяла вот в такой коробочке приходит корм, да. Артикул его... 162,03 по 85 грамм, 5 штук. Состав, девчонки, мясо и субпродукты 42%, в скобках свинина 24%, курица 13%, кролик 5%. Короче, кролика здесь и... кроликом здесь и не пахнет, да? Овощи, морковь, свекла, загуститель, витаминно-минеральный комплекс, в том числе таурин. Витамин А, витамин Д, Е. Слушайте, ну состав такой нормальный. После вскрытия упаковки продукт следует хранить в холодильнике не более 24 часов. Годен до 29.10.23. Состав такой ничего. Тут вес питомца, рассчитать дозу и так далее. Корм консервированный, полнорационный для кошек, мясной рагу с кроликом, овощами, нежный кролик. Для кошек старше 1 года. Прикольно. Так, здесь у нас с вами скотчем запечатана коробочка. Сейчас мы ее откроем, посмотрим, что она из себя представляет. Ну и потом дадим попробовать коту. Он у меня, вот, допустим, жидкий корм, если я беру, он ест Вискас. От Китикета и Фрискас он блюет потом. Он ест, но блюет. Обычные вот такие пачки обычно открываются, да? Во, здорово. В общем, пойдем кормить кота. Теперь корм коту. Сейчас буду открывать его, звать. Слушайте, пахнет так вкусно. Захотелось самой попробовать. Так, бежит. Иди. Аж чуть воду не наступил. Макс, всегда мы посмотрим, какой он хоть. Подожди. Смотрите, какие кусочки. Ну, похож на Вискас. Так, пробуй. После тебя все другие коты будут пробовать. Ну, хавает. Ну, хавает же. Вкусно? Максик. Максику вкусно. Корму даем добро, девчонки. Он не будет есть абы что. Он у меня избирательный. То есть, если там не мясо, он не будет есть. Максик. Ой, как ему вкусно, гляньте, боится, отнимут. Маленький. Кушай, кушай, приятного аппетита. Дальше, девчонки, взяла себе еще один оттеночек теней жидких. Я их очень люблю. Сейчас у меня вот на глазах, на веках самый светлый. Что-то там отпечаталось? Нет, а то мы только с улицы. Самый светлый. У меня есть еще розовое золото. И взяла вот этот. Девчонки, я не помню, как он называется. Посмотрите, пожалуйста, по артикулу сами. Очень красивый оттенок. Камера вам его рожит, а он больше уходит тоже в такой. Вот, 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 вот такой вот цвет. Видите, вот, с розовинцой. Артикул 5786. Название почему-то на этикетке не пишет, да? Поэтому, а я его забыла. Посмотрите, пожалуйста, по артикулу сами. А я вам просвочу. Он насыщенный, он такой красивый. Ох, смотрите, какой красивый. Камера вам правильно передает. Вот, вот, вот так вот правильно, да. Очень красивый цвет. Давайте я попробую нанести на веки, чтобы вы тоже представляли. На камеру это не очень удобно делать. Но мы с вами что-нибудь изобразим. Я обычно эти тени наношу. А потом пальчиком тушую. Если хочется поинтенсивнее, добавляю еще. Смотрите, как деликатно смотрится. И очень красиво. Блин, без зеркала неудобно, девчонки. Так. Я ничего не вижу практически. И вот так тушую, чтобы границы были не сильно выражены, да? Мне очень красиво. Мне прям нравится.
Угу. Здорово. Так. Наносим на другое веко. На другое веко прям много нанесла. Если хочется понасыщеннее, можно наслаивать. Но я люблю тушевать. Если сильно-сильно наслоишь, они когда засохнут, они засыхают быстро, могут трескаться потом на веках. Ой, вообще классно. Мне нравится оттеночек, очень красивый. Буду пользоваться с превеликим удовольствием. Вот три таких оттенка теней у меня теперь, больше ничего не надо. Можно с ними играться и вообще делать все, что хочешь. Смотрите, какие глазки сразу выразительные, да? Он вроде яркий, а вроде и не очень. Очень красивый и достойный. Супер, мне нравится. Поехали дальше. Дальше два продукта из серии Дом. Ультракондиционер для белья. Моя постоянная покупка. Периодически чередую с органой. Он 0+, я с ним стираю детские вещи, органа не 0+, и поэтому с органой стираю взрослые, а когда у меня в стирку попадают и детские вещи, и ее постельное белье, я стираю с вот этим. После него белье самое деликатное и нежное из всех кондиционеров Faberlic. Я уже вам говорила, мы с вами опыт проводили даже. Артикул 118-56, здесь очень нежная душка, такая легкая, цветочная, и... На белье после стирки она остается, но она настолько нежная и деликатная, и так приятно. Вот на самом деле вчера буквально с ним стирала, он еще есть в запасниках. Белье развесило, и вот как-то запах чистоты, дома комфорта, не знаю, мне очень нравится. Она сильно в нос не бьет, но тем не менее она выражена, и она здесь есть. Sensitive 0+. Так, дальше, девчонки, все буду наставлять, потому что некуда. Акваспрей освежитель воздуха, утренняя свежесть. Вот такое взяла. Мне кажется, я не брала после перевыпуска именно вот такую утреннюю свежесть. Артикул его 303-25. Я что-то... Выбрано вместе с животными. Рекомендован для обработки подстилок и ковриков. А, это у нас с вами пэт-контроль. А, для животных даже. Защита от запаха животных. У меня кот не воняет. И наполнитель я покупаю силикогелевый. Но мне захотелось именно вот этот аромат потестить. А силикогелевый наполнитель, он... Ну, нет там запаха. Раз в две недели меня. Классный, кстати, запах. Цветочная такая интересная душка тоже. Цветочная с ягодками, с какими-то, что ли. Приятная. Очень приятно. Ну, у меня будет стоять в туалете он такой. Можно даже в зале распылять запах. Действительно очень приятный. Кто не пробовал, девчонки, попробуйте. Даже если вот не для нейтрализации запаха для животных, да, а просто вот для себя. Классно. Я, не боясь, распыляю при крестюшке, при животных. При коте нашем, да, поэтому они безопасные, они водные, и есть защёлка вот такая детей, чтобы не нажали от маленьких, да. Комплект постельного белья оставляю на потом, на самый конец. Дособираю посуду, дособираю, точнее, прибора. Половник коричневый в артикуле 910-045. Сейчас открою ручку. У меня уже есть лопаточка, две лопаточки и одна ложечка такая с дырочками. Мне там... Осталось совсем чуть-чуть дособрать. Вот он такой половник. Я люблю больше половники с носиками, потому что когда блины печешь или что-то такое, оладушки, да, удобно, когда есть носик. Жалко, что здесь без носика, поэтому половник свой старый с носиком я оставлю, выкидывать не буду. А вот этот очень удобный. Смотрите, такой черпачок, не сильно круглый, а больше такой овальный, достаточно глубокий. Здесь у нас Faberlic Home. Почему понравились эти приборы? Потому что цельнолитые, то есть целиком. Нет отдельно ручки силиконовой, а дальше прикреплен другой материал или наоборот. То есть их очень удобно мыть. Грязь нигде не скапливается, никуда, вот где ручка, никуда она не попадает. Это очень удобно. Во-первых. Во-вторых, очень плотный пластик. Мне кажется, там внутри железяк, может быть и так. То есть он очень плотный. Вот даже где половник, его руками не сожмешь. Вот только на кончике он мягкий. Вот здесь видите? А вот тут вот его не согнешь руками. То есть он плотный, он классный, он добротный. Я уверена, что прослужит вообще века. Поэтому да, потихонечку себе собираю всю коллекцию. Дальше, девчонки, взяла средство от накипи для чайников и кофемашин. У нас раньше было средство для утюгов, но мне кажется, я его не застала. Я взяла для чего? Я хочу в увлажнитель залить. Я хочу залить в увлажнитель, потому что мы заливаем туда воду из-под крана, и там собирается налет периодически. Но это у нас же от накипи. Я думаю, с налетом тоже справится. Девчонки мне рекомендовали средство Faberlic для утюгов. Я не нашла, я весь сайт перерыла. Я не нашла средства для утюгов, я погуглила, я его нашла, оно было, но сейчас, судя по всему, нет. Попробую вот таким вот средством. Поставлю куда-нибудь возле окна, допустим, в детскую, все из комнаты выйдут, потому что дышать этим, я думаю, тоже не очень хорошо. Добавлю туда ампулку, налью воды и включу, чтобы он прошел, как бы воздух с вот этим средством. Посмотрю. Я брала для чайников, да, исправилось это средство средненько, хотя я налила воды больше, чем в инструкции, но средненько. Лимонная кислота справляется лучше по мне. Но здесь в составе, наверное, есть лимонная кислота, я так подозреваю. Так, артикул 302-59. Где состав?
Просто даже интересно самой. Что-то не найду по-русски. Не найду по-русски. Ну да ладно, бог с ним. В общем, здесь ампулки такие. И разводим по инструкции с водой. И в чайнике кипятим. 4 штуки они вот такие. Похоже, ампулы, кстати, есть в экспрессе. Так, поехали дальше. В отдельном пакетике у меня, девчонки, знаете что? Я решила попробовать коралловый кальций. Думаю, столько лет Фаберлик и ни разу не пробовала коралловый кальций. Интересно, многие хвалят. Здесь 12 порций, такой маленький пакетик. Я думаю, он больше будет. Коралловый песок плюс серебро для как бы очищения и оздоровления воды. Коралловый песок 999 мг, посеребрённый песок, серебро 2 мкг в составе одного пакетика саше. Мы с вами аккуратно вскроем верхнюю часть упаковки, достаем один пакетик саше, помещаем его в емкость 1,5 литра, наливаем в емкость 1,5 литра воды. Продукт готов к употреблению через 30-40 минут. Я предлагаю в следующем видео это все вместе протестировать. Здесь даже нет надреза, где вскрыть. Я сейчас вам даже не вскрою, не покажу сашетки. Нету ни одного надреза по периметру. Да? Артикул 157.30 в следующем видео, в следующем влоге. Ну, или через один. А мы с вами вот это дело все вместе разведем, посмотрим, попробуем на вкус и цвет и решим, надо нам оно или нет. А повторила покупку уже который раз. Взяла на утреннее умывание кислородное дыхание, очищающий гамаш для лица Axiology. Артикул, смотрите, наклейка первый раз вижу. Фаберлик, чтобы такие наклейки были. Угу. 0271 артикул. Зачем наклеили? Непонятно вообще. В общем, я его очень люблю. Там мелкие такие частички, они... хорошо шлифуют, хорошо очищают кожу, и в составе что-то типа ментольчика. Гель там такой непрозрачный, зелененький, и кожа-то, знаете, такой, как второе дыхание обретает, дышит. Мне очень нравится эффект. Вот после этого средства я прям обожаю. Так, поехали дальше. Мыло крем взяла поставить на кухню, мыть ручки с кокосиком в этот раз. Артикул 86-38. Очень люблю мыло крем, мне ручки не сушит, относительно бережно к ним. Нареканий никаких к нему нет, поэтому частенько повторяю, именно это мыло ставлю на кухню. Аромат классненький, кто любит кокосик, вот мне очень нравится зимой, почему-то кокосик не так летом, как зимой. Я прям люблю, кто любит, прям попробуйте. Дальше взяла водичку вот такую, Феерика Мансуэли. Мансуэли, к сожалению, сняли с производства, я очень ее любила. Взяла вот такой мини-формат, здесь у нас сколько с вами миллилитров-то, господи. Малышка 15 мл, артикул 31-53. Это одна из достойнейших вод Фаберлик. И мне до Нового года Ксюшина учительница сказала, прислала фотографию, спросила, есть ли такая водичка. И там флакон у Феерик Сенсуэли. То есть название такое же, но флакон какой-то черный, и я не застала. Возможно, был перевыпуск этой водички. Название такое же, а флакон абсолютно другой. Она сказала, что много лет назад ей ударили, сейчас вот она понюхала флакончик, ей хочется повторить, если это то, как бы то-то. Я ей хотела взять пробник, я его точнее взяла, но забыла потом на пункте выдачи. В общем, я купила ей такую малышку, пусть попробует, если оно, я ей закажу потом полноразмерку, если это действительно оно, если после перевыпуска запах не изменился, вроде я ей писала, потому что я эту туалетную воду знаю, у меня на работе многие ее любили, брали, это вкусненькая шоколадка, ванилька, сладенькие духи, довольно стойкие, очень интересные, поэтому вот в таком мини-формате ознакомиться с ароматом вообще очень удобно. Можно даже в формате геля для душа попробовать. Так, дальше, девчонки, взяла масло для кутикулы, вот такое вот масло для кутикулы здесь у нас, для ногтей кутикулы. Давно она уже появилась, но мне захотелось сейчас протестировать. Я очень люблю карандаш, но решила и масло попробовать, потому что у меня, кстати, про тени, кто не знает, они сидят как влитые. Вы их ничем не сотрете, не размажете. Абсолютно. Даже пальчик лизну. Так стираются, видите, уже когда с водой. А так все, они сидят как влитые. Да? Это про жидкие тени разговор. Они на глазках и никуда не денутся. Если слишком много нанесете, могут в складку собраться. Так, в общем, масло для кутикулы 76-45 артикул. Я знаю, его многие хвалили, поэтому мне тоже захотелось попробовать. Вот так оно выглядит. Здесь есть такой интересный осадок. Смотрите, видите? Красиво вот так. Взболтаем. И вот эти капельки красные не плавают, все равно не перемешивается, да? Завтра на маникюр пойду, девчонки, уже трындец. Так, попробуем. Попробуем с вами нанесем. Аромат... жидкость для снятия лака какой-то присутствует. А сейчас каким-то персиком раскрывается. Ага, каким-то персиком. Такая душка просто, не то, что ацетоном воняет, а душка такая. Да, действительно питательная. Слушайте, прям вот масло-масло. Давайте я вам сейчас на ручку еще капну, покажу. У меня кутикула очень сухая, сохнет быстро, руки постоянно в воде. Она течет, становится такое жиденькое. И прям масло, масло такое масляное. Ручка очень приятная, сразу увлажненная.
впитывается достаточно быстро, липкости никакой нет. Мне кажется, будет комфортно обрабатывать. А надо попробовать вот это масло, слушайте, залить в карандаш. Интересно, выйдет толк. Потому что формат карандаша мне нравится гораздо больше. Ну и, собственно, последнее. Это комплект белья Флоранж. Я, девчонки, на этот раз сейчас по размерам вас тоже сориентирую. Я взяла вот такой красивый комплектик. Мия называется. Смотрите. Вот название Мия. Да? Так, трусики слипы с завышенной талией XXL. Артикул у нас с вами, я так подозреваю, вот этот 502-855. Давайте с них и начнем. Не знаю, не погорячился я с XXL. Сейчас посмотрим, потому что мне что-то помнится. Мне кто-то говорил, что белье Флоранж слегка больше мерит. Ну да, можно было брать XL. Ну ладно, ничего, натяну до пояса, буду ходить. Я с бельем Фаберлик не так давно начала знакомиться, поэтому мне простительно. Здесь, смотрите, такая этикеточка Флоранж. Вот такая. И тканевые рекомендации по стирке. Но они большеваты, конечно. Большеваты, можно было просто XL взять. К тому же они еще так тянутся. Смотрите, девчонки, во как. Вообще. Вообще две меня может войти. Вот такие вот трусики, но они интересные, они красивые. Ну, будут они и так завышены талией. Будут совсем завышены. Вообще красивые. Здесь кружево, да? Такие под шелк. Материал какой интересный даже. Вообще, в следующий раз я поняла, я себе трусы беру не XXL, а XL. Красиво, мне нравится. Сзади просто вот такие обычные. А так красивенько. Тянутся очень хорошо, девчонки. Так, но мне больше интересен бюстик. Смотрите, здесь даже бумага в бюстике. Чтобы чашечки не деформировались при транспортировке. Достаем. Так, сейчас я вам артикул скажу. Я в этот раз взяла размер 90C. Брала 85C, но мне как-то вот в обхвате все равно туговато. Не то, что туговато, но я его чувствую, а я так не люблю. Я люблю уже и одежду, и белье носить с комфортом, да? Пусть лучше будет немножко великоват. Так, это у нас 90C, Мия 202-840. Разработана в Швейцарии. Дата изготовления 8-19. Белишко Фаберлик, видимо, не сильно разбирают. Быстро. Флоранж тоже. Вот такие бумаги были в чашечках, девчонки. Бух. Бух. Так, а вот как выглядит бюстик. 90C. Ну, чашечка. Ну, не знаю, сейчас посмотрим. Вот такая здесь штучка прикольная и дырочка. Видите? Эта штучка в дырочке будет мотаться. Довольно широкая лямка по спине. Мне нравится еще во Флоранж вот эти штучки. Флоранж, видите, написано. Красиво. Так, застежка. Все как обычно. Три ряда. Все как обычно у нас с вами. Здесь тоже этикеточка Флоранж. Даже нарисовано, где ее нужно отрезать. Так, а лямочки, они такой средней толщины, но они вот эти вот именно, они до того, как резинка началась, очень мягкие. Они прям мягенькие-мягенькие. Мне кажется, комфортно будет телу. А дальше на резиночке тоже написано Флоранж. Так, ну в целом, вот как это все дело выглядит. Сейчас поближе вам чашечку покажу. Она с поролончиком. Это, по-моему, моделька пушап или просто, не знаю. Наверное, просто не пушап. Не, не пушап. Тут внутри чашечки как бы ничего нету. Да? И вот как она выглядит. Я сейчас при вас примерю на футболку. И хотя бы, ну, с размерами. 90C, мне кажется, уже должно быть вообще нормально. Наверное, 90C это мой идеал будет сейчас. Да, девчонки. 90C. Вот чтобы было комфортно, чтобы не в натяг. Сейчас застегну. Да, чтобы было комфортненько. Прям на другой лифчик, конечно, это сильно. Бретельки. Не знаю, как насчет удобства бретелек. Видите, они такие тканевые, неплотные и могут заминаться. Вот она уже здесь перекрутилась, и я ее не могу никак. Не, ну понятное дело, что это на футболку все. Как смотрится. В целом хочу вам показать. Да, вот 90C это мое. Это точно определенно мое. Надо немножко подтянуть лямочки будет. Вот как он смотрится. Мне кажется, очень красивый комплектик. Брюнеткам, блондинкам такой цвет подойдет, да? Какая-то пудровая сирень, мне кажется, цвет. Но артикул я вам все сказала. Мне здорово удобно. Мне и по чашечке удобно, и по обхвату удобно. Вообще не прогадала. Теперь буду брать 90C. Единственное, что вот 90C вообще очень мало. Просто очень мало. 85C дофига, 90D дофига. А 90C прям вот маловато. У меня был маленький выбор, из чего я могла, собственно говоря, выбрать.
Ну и на этом все, мои хорошие. Заказ был на 50 баллов. Забыла вам это озвучить, да? Я делаю 100 баллов сейчас, пока VIP. Если заказ был вам интересен и полезен, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ссылочка для регистрации Faberlic всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь, будем общаться. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.